Жива огорожа з дерев. Будівництво Дніпропетровської алеї героїв АТО, що її відкривають 12 травня, триває. 4 квітня по периметру майданчика з'явилися зелені насадження. Це 180 туй заввишки до 2 метрів. Їх висаджували родичі та побратими загиблих, депутати і школярі. Нагадаємо, нова алея пам'яті воїнів АТО буде розташована у сквері позаду алеї героїв Небесної Сотні. Меморіал складатиметься із 4 скляних стел у центрі композиції та декількох менших обабіч. На великих стелах уже надрукували світлини, їх фотографував Дмитро Муравський на передовій. На інших дошках з обох боків зобразять портрети і прізвища загиблих Дніпропетровщини. Сын служил, он все говорил: мама, ты представляешь, это делается история, новая история нашей Украины. И я войду в эту историю. Очень жаль, что, конечно, не живой он вошел. Давно хотели, мечтали об этом, чтобы в городе создали какой-то мемориал, чтобы приходили люди, было нам где собраться, родителям погибших, чтобы ходили школьники сюда. Нет наших детей, но пусть хотя бы хоть в этом мы увидим своих детей. Сейчас уложено порядка 25% покрытия, которое будет находиться. Напечатаны большие фотографии Дмитрия Муравского. 3 уже здесь установлены, сейчас они затянуты в бумаге. Еще одна будет в течение ближайших 2 дней установлена. И сейчас идет, собственно, нанесение на стекло фамилий погибших, их фотографий, которые будут в самый последний момент установлены. Мы рассчитываем, что после майских праздников, примерно 12 мая, мы аллею откроем.